Всем привет, меня зовут Николай Чибисов. На турнире Top Dog я провел 3 боя, 3 победы. Скоро у меня состоится 4-й мой бой. Я буду драться с Алексеем Мешковым из команды Берзлойд. На последнем турнире Леха показал такой нехилый уровень. Зарубился с достаточно сильным соперником и выиграл у него. Но со мной, я думаю, такая тема не прокатит. Вот эти вот карате штучки. Я покажу настоящий классический бокс и вырублю его нахер. Всем привет! С вами Сушист, величайший боец всех времен и народов. Совсем скоро мне предстоит бой против Николая Чибиса, который всю пресс-конференцию молчал, вот так сидел: ребята, я вас всех уважаю, вы молодцы. А сейчас записывает видюхи, типа, быстро нокаутировать Сушиста или просто избивать все 3 раунда. В прошлый раз на меня слишком много хейта обрушилось из-за того, что я предугадал свой бой. А там я сказал, что я буду просто издеваться над своим соперником, что в принципе так и произошло. Сейчас я точно так же вангую, я нокаутирую Чибиса. И для меня это будет легкой прогулкой. Чибис, ты жди, потому что тебя ждет конец уже. И первый из главных боев нашего сегодняшнего вечера, также претендентский, открывает Николай Чибисов по прозвищу Чибис. Он представляет город Мещовск, является кандидатом в мастера спорта по боксу и также одноклубник Искандара и участник команды «Росжим». Всего за 3 боя Николай успел стать звездой топ-дога, сделав себе рекорд 3-0, выигрывав все свои бои досрочно. В последний раз он одержал победу над Ушумастером нокаутом в 3-м раунде. Теперь он завоевал себе статус претендента, и сейчас его ожидает проверка, готов ли он к чемпионскому бою. А теперь вы все уже могли слышать ожидания его соперника, а именно Алексей Мешков по прозвищу Сушист. Пока он исполняет свой фирменный танец, я расскажу вам, что Алексей представляет город Кисловодск, и у него есть коричневый пояс по карате. Алексей пришел, чтобы отомстить за своего одноклубника Андрея Ефимова по прозвищу Ушумастер. И, как вы уже поняли, команды Берзлой, первый, кто начал использовать трэш-толк на просторах российского Ютуба. Он много говорит, но всегда соответствует сказанному и в точности предсказывает результаты своих боев. Сегодня он пообещал нам уронить Чибиса. Посмотрим, насколько он будет точен в своих высказываниях на этот раз. Поприветствуем его еще раз, Сушист! Поджали руки.
Судья готов. Судья готов. Судья готов. Первый раунд. Время. Бой! Готов? Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Готов. Бой. На середину, на середину. Какое ваше мнение об Алексее Мешколе по прозвищу Сушист? И что вы можете сказать про этого кровавого рубаку Николая Чибиса? Megaton, Jekyllons, ritual, a thousand bloods in the circle, brimstone, Jim Jones in my punch, riding by with the funk, can't hear the people in the trunk, probably cause the speaker's bump, probably blew some eardrums, keep the circle very small, sun and mercury above, I'm the only one I love, I'm a cafe early morning, put the heat to your mug, ex your parents, stolen drugs, pop the trunk, load a rug, let blood on the mobile rug, so hope up, no enough, if your girlie running out, the kids are both tied up, here's your throat sliced up, I'm at a motel cooling off, you're somewhere hidden full of bugs, they're the only ones who find you crawling in the holes from slugs, and that's just gorgeous, you're contorted, get some more than sipping 40s with my shawty on the doorstep of my fortress. На середину. Бой! Стоп! Стоп! Тайм! Время! Протри нос ему, протри ему пока нос. Вот здесь, вот здесь.
Стоп! На середину! На середину! На середину! Бой! Стоп! Стоп! Третий раунд. Время. Бой. Стоп. Ну, блядь, они разлили, блядь. Бой. Плечо, еще раз, плечо, нельзя плечо. На середину. На середину! На середину! На середину!
середину. Бойцы на середину. Я могу заранее сказать, что этот бой забирает бонус за самую зрелищную рубилово сегодняшнего турнира. В этом бою раздельным решением победу одержал Алексей Мешков по прозвищу Сушист. Я с тобой посижу. Коля, я считаю, что это был твой лучший бой на топ-доге. И, возможно, он будет несколько лет держаться вообще среди лучших боев нашей организации. Ты всегда шел вперед, показал нам рубку. Насколько я знаю, тебе нравится Гатти. И я думаю, он сейчас воплотился в тебе в этом бою. Расскажи нам, это твое первое поражение. Вообще поебать на этот нолик. Я выхожу сюда биться. Была речь вот, когда выиграю Сушиста.
обратиться к Зелимхану. Не, вызова я не буду щенцу бросать. Хочу спасибо сказать. На самом деле, это вот тебе и моряка, да, можешь называть. Вы, наверное, закинули вот это кулачные бои сюда. Потому что сейчас большой культ, бои все бьются. Регбист, спасибо. Я могу сказать, в свою очередь, пока будут на этой площадке биться парни с таким духом, как вы, и желанием по воле победе, я думаю, это будет всегда продолжаться. Так что спасибо вам, что вы это не бросаете и продолжаете. С уважением, Зелимхан Пулеметчик. Молодец. Так, давайте дадим слово нашему предсказателю. Ты выполнил свое предсказание уже в первом раунде и довел его до завершения. Ты одержал победу раздельным решением судей. С этим многие могут быть не согласны. Но в целом победители не судят и везет тому, кто везет. Расскажи нам, что ты испытал и что будет дальше? Всем спасибо, кто пришел, кто болел за меня, а также кто болел за Чибиса. Поддержка – это самое главное для боя. Вы мотивируете реально прям бомбезно. Мне в этом бою вообще никто не давал шансу. Говорили, вырубят в первом раунде или будут издеваться на все три раунда. В преддверии поединка еще моряк написал, если ты не вырубишь сушиста, это будет позор. Чибису? Да, да. Чибису написал, если ты не вырубишь сушиста, это будет позор. Я хочу сказать, что позор – это когда мужика называют, извините за выражение, пидорасом, а он бежит на второй этаж, поджав хвост, прячется на втором этаже и ждет, пока его охрана выведет. Вот это позор. Также хочу передать привет поселку Майского, откуда я родом. Очень часто просят. Я, честно говоря, очень рад. Я мечтал, что будет такая история, когда каратист победит боксера по правилам бокса. Красавчик. И пользуюсь моментом, хотел бы вызвать рыжего парня. Почему рыжего? Подожди, у тебя рыжий? Рыжий, Чибис, выходи сюда. Чибис. Ой, Сивый, выходи давай, сюда. Давай, ебать. Выходи. Давай на следующем турнире или через давай. Два. Подеремся за перстень. Давай, обязательно это сделаем. Ты молодец. Ты, на самом деле, очень удивил. Удивил? Удивил. Честно? Да. Бля, снимаю шляпу перед тобой, ты меня удивил. Если была бы шляпа, да? Красава, на самом деле. Я тебя тоже уважаю как бойца. И мне будет с честью выйти с тобой. Давайте проведем нормальный фейс-ту-фейс. Это было говорено ранее. Если Алексей выиграет. Бой за перстень в декабре нашего турнира. 77 килограмм. Алексей Мешков, Михаил Сивый. В ту камеру пойдем посмотреть. Молодцы. В ту камеру поработали. Красавцы. Дайте мне фабрик на танец. Дерешься ты лучше, чем танцуешь. Молодец. Алексей Мешков по прозвищу Сушист. Красавчик! Ну, я надеюсь, ты помнишь за бонус, который ты мне обещал? Конечно, конечно. Все будет. И также хотел посвятить эту победу Мустафе, который покинул нас. Или чудес. Мустафа, эта победа посвящается тебе. Пусть земля тебе будет пухом. Красавчик. Берзлой тем участвует в чемпионской гонке.